Доброго времени суток. Давайте с вами посмотрим, хочет ли он вернуться к вам. Есть ли в мыслях у человека, да, такое вернуться к вам? Давайте посмотрим, во-первых, что за мужчина. Хочет ли он вернуться, да? Что за мужчина у вас? Загадали вы. Приходите на расклады. Что же за мужчина здесь у нас? Ой, тяжелый какой человек неподъемный. Кончено с ним все, да? Человек не может даже с вами общаться. Здесь, скорее всего, было блокировки взаимные, либо вы его заблокировали. Он не может вам что-то написать, да, что-то сообщить не может, потому что здесь все, с этим мужчиной все закончено. Давайте посмотрим, хочет ли вернуться к вам. Пока ничего не хочет человек. Здесь мужчина сдержан. Он, знаете, сейчас огородил себя стенами. Либо на самом деле стенами, либо стены невидимые. То есть такое ощущение, что я никому ничего не дам. И меня не трогайте тоже. Не надо меня трогать. Вот такое состояние у мужчины. Не хочет он, чтобы кто-то говорил что-то, как-то давил, управлял, я не знаю, нажимал, вообще дышал рядом. Все здесь, все эти карты говорят о том, что у него нет ни сил, ни мыслей, ни возможностей для того, чтобы двигаться как-то, что-то кому-то давать, да, кого-то слушать. Нет у него сейчас на это ни желания, ничего. На расстоянии вы, и человек не трогает. Либо здесь, скорее всего, человек может наблюдать, да, аркан звезда старший, может наблюдать за вами, да, то есть смотреть, да, на вас, может быть, даже как-то хотеть общаться, да, но здесь нет. Может быть, даже пробую. Либо, знаете, как человек вот думает, что надо бы, но у него на это нету сейчас энергии. Серьезно, нет. Двойка мечей, нет энергии, нету ее. Он еще ее не накопил, но она уже, даже которая есть маленькая, она уходит в никуда, энергия. Здесь человек, да, надо понять, принять то, что будет дальше. Что будет дальше? Да, четверка пентаклей, маг говорит о том, что человек сейчас такое ощущение, что какие-то картинки, либо знаете, лепит будущее, только еще пока что без активного состояния, да, то есть не активно, а рассматривает какие-то варианты. Не общаясь ни с кем. Ему именно важен этот процесс, да, чтобы никого рядом не было. Пятерка чаш говорит о том, что человек разочарован в себе, в жизни, в людях, в событиях, вообще во всем, что происходит. Никого не хочет видеть и слышать. Может налегать на алкоголь, на пристрастия, да, какие у него есть, там вот 33 порока, как я их называю. Очень нуждается в деньгах, очень нуждается в сексе. Но пока что с этим, да, человек такое ощущение, что пока что одинок. Одинок. Рыцарь чаш. Вот и говорится, да, что у человека сейчас нету, да, нету ни, как сказать-то, ни энергии людей рядом для того, чтобы как-то ярчить и звездить. Но опять же, человек понимает, что долго он так не протянет, да, какие-то потребности ему надо справлять где-то, да. Но у него какое-то разочарование и расстройство по поводу чувств, девочки. Пятерка чаш, четверка чаш, полное расстройство. Полный раздрайв, потому что сейчас у него творится в жизни.
Он хочет легкости, он не хочет никакого тяжеления. Отношения, которые бы вот его так сковывали, связывали, ему это не нужно. Может быть, поэтому человек сейчас и один, потому что чувствует, что он, ну, не вывезет никого, ему не надо это все. А может быть, вообще человек ушел от отношений, понимаете? Ему хочется вот скакать, да, вот как стрекоза и муравей. Вот это ему очень хочется. То есть, ну, не важно ему, да, чтобы вот тарелки там, я не знаю, там, стирка, я не знаю, там, кто-то на него давил, чтобы, не надо ему это. Много мыслей о своей жизни, о том, куда бежать, о том, как идти, как завоевать, где взять силу, волю, ресурсы, как быть тем, кого невозможно сломить, понимаете? Вот такие у него мысли. У него в мыслях императорские идеи, императорский путь, завоевание, да, хочется этого всего, но он понимает, что для этого надо, да, прилагать усилия все время, 24 на 7, а у него нет сил. Двойка мечей. Нету сил вообще. Ну, так давайте посмотрим все-таки, хочет ли вернуться-то вообще? В мыслях-то есть вернуться к вам? А то все о себе, да о себе. Здесь, по ходу дела, страшнейший эгоист. Хочет ли вернуться? Да, хотел бы. Но понимает, что та серость, монотонность, да, которая была, она не сыграет. Он понимает, что если вернется, то жизнь должна быть раскрашена другими красками. То есть здесь человек должен быть в огромнейшем ресурсе, чтобы потянуть вас. Хотел бы, да, понимает, что по умеренности, если, да, придет, то надо как-то все это раскрасить, чтобы это не было, да, как болото, как рутина какая-то. Здесь вышла у меня дама жезлов, королева, яркая женщина, привлекательная, притягивающая ведьма, гипнотизм там глобальный, просто вообще, то есть, ну, жаркая женщина, жаркая. И здесь, знаете, в женщине еще не только какой-то, да, там эгоизм. Здесь женщина, которая не приемлет ответа «нет», понимаете? Она очень самоуверена. Для нее «нет» – это конец. Конец всему. И он знает, чтобы проявиться к такой, да, то есть вернуться к вам. Ему надо быть, ну, настолько творческим человеком, да, чтобы изумить заново. Налаживать все тяжело. Обратно налаживать все тяжело. Сделать все как надо, ему не под силу. Ну, сейчас точно человек не увозит. Этот, кто пришел, у него сейчас нету никого. То есть он сейчас без женщины. Если у вас мужчина с кем-то в паре, то это не ваш расклад. Здесь у человека нет никого, потому что у него просто на это нету ничего. Вот абсолютно все. Возьмите 4 сферы, там ничего нет. Энергии нету, денег нету. Чувств, эмоций давать он не может, девочки. И он обездвижен. То есть здесь человек на скованном таком состоянии. Он прекрасно понимает, что ему тяжело сейчас вам что-то предложить. Обновление какое-то, да, предложить человеку вам сейчас тяжело. Другой мир, другую жизнь. Но человек здесь всеми путями, и не путями, всем чем угодно, он все-таки возьмет свое. Но, знаете, это своеобразный шанс, то есть попытка вернуться к вам будет. Она будет. Но, девочки, здесь король мечей. Холодный разум, холодный расчет. То есть здесь человек все равно придет в угоду себе. Знаете, такой хитрый, хитрый. Здесь с хитринкой мужчина. Шанс прийти к вам у него будет, и он им воспользуется.
Но, девочки, не сейчас.